Здравствуйте, меня зовут Николай Латанский, и, возможно, вы знаете меня как первого русскоязычного мотивационного спикера, тренера и коуча успеха номер один на русскоязычном пространстве. А в этом видео сегодня я хочу поговорить с вами о том, о чем я раньше практически никогда ни с кем не говорил. Многие люди, наблюдая за тем, как я строю свой бизнес, называют меня гением продаж и маркетинга. Наверное, они правы. В считанные годы в бизнесе тренера, коуча и спикера мне удалось выстроить глобальный бренд. Мои клиенты на сегодняшний день находятся в 55 странах на 4 континентах. А вживую я уже выступал или проводил тренинги в 16 странах по всему миру. И только 5 из этих стран – это страны бывшего Советского Союза. И на самом деле мне давно хотелось начать обучать людей тому, как я строю бизнес, тому, как я осуществляю продажи, осуществляю маркетинг. И то, благодаря чему мне удается так успешно продавать, я называю продажи без продаж или продавать не продавая. Мне в свое время очень крупно повезло, и меня обучили специальным законам, правилам и принципам, используя которые вы в буквальном смысле слова продаете, но не продавая. Я лично живу в режиме продаж и маркетинга 24 часа в сутки. Я постоянно как бы продаю, но при этом я не продаю. И огромное количество людей по всему миру хочет покупать у меня. Хочет покупать мои товары, хочет покупать мои услуги. И люди хотят работать со мной, и люди идут за мной. И причина этому – определенный набор правил, законов. Когда я начал говорить об этих правилах, когда я начал понемногу рассказывать о них, меня начали приглашать по всему миру выступать. В прошлом году меня пригласили в Голландию выступить на саммите профессиональных спикеров, где я поделился одним из законов, который обеспечивает продажи без продаж. Несколько месяцев назад я выступал в Южноафриканской республике с этим же сообщением. Недавно я был в Индианаполисе в США и говорил об этом же. Здесь последние 2 дня, здесь я сейчас нахожусь в Дубае, в Объединенных Арабских Эмиратах, мы говорили об этом же. И через 2 недели в Индии, в Ченнае, я буду выступать на аудиторию 1200 человек на мероприятии TEDx, и я буду тоже делиться этими законами, правилами и принципами. И то сообщение, которое я упаковал сейчас в программу, которая называется «Как продавать, не продавая», оно сейчас очень и очень востребовано по всему миру, потому что то, что работало раньше, и я абсолютно точно в этом уверен, то, что работало раньше, больше не работает. То, что работало раньше в продажах, больше не может работать, и подтверждению этому мировой кризис. Кризис, собственно, и происходит тогда, когда то, что мы применяли раньше, то, что помогало нам раньше, то, что продавало нас раньше, наши товары, наши услуги, больше не работает. И вы, наверное, если вы работаете в продажах, если вы связаны хоть как-то с продажами, наверное, вы знаете, что такое, вы знаете манипулятивные подходы. Вас, может быть, научили тому, как выяснить потребности клиентов, как узнать его слабые стороны и как потом, имея эти все знания, продать ему ваши продукты и услуги. И я утверждаю, манипулятивные продажи больше не работают, и я очень надеюсь, что они больше никогда работать не будут. Но то, что работает, это личность. Люди покупают у людей. И неважно, в каком бизнесе вы работаете. Вы работаете, вы предприниматель-одиночка, вы сами создаете свой продукт, свои услуги, их же продаете. Или вы возглавляете, управляете, или работаете в компании среднего бизнеса, или вы сотрудник глобальной корпорации. Эти принципы и правила, продавать, не продавая, они работают везде. Если вы посмотрите на историю успеха выдающихся компаний, вы всегда обнаружите, что за этой историей находятся определенные, совершенно конкретные люди, личности. И в программе «Как продавать, не продавая» я научу вас тому, как стать этой личностью. И у вас есть выбор. Если вы сейчас работаете в продажах, если вы используете старые подходы, техники манипуляций, техники задавания вопросов, которые загоняют клиента в тупик, и много-много-много всего того, чему вас обучали раньше, вы можете продолжать работать так, как вы работали раньше. Может быть, еще некоторое время вам будет сопутствовать успех в виде каких-то сумм денег. Но то, что я точно знаю, что вы никогда не станете
легендарной личностью и выдающимся продавцом. Но если вы чувствуете, если вы знаете, что вы созданы для великого, что ваши товары, ваши услуги нужны людям, если вы хотите действительно достучаться до сотен тысяч, десятков тысяч, может быть, миллионов людей и сердец, я вам расскажу, как вы можете это сделать. И самое главное, что те правила, принципы, стратегии, законы, которые вы узнаете от меня в программе «Как продавать, не продавая», они предельно просты. И очень может быть, что в конце программы подойдете ко мне и скажете: «Николай, это же все так просто, что прям даже не верится, что это может быть». Я скажу вам: да, я вас предупреждал, это очень просто. Вы можете создать выдающийся бизнес, вы можете обеспечивать гигантские, огромные продажи, при этом не продавая, при этом сделав так, что люди сами будут вас искать. Люди будут вас рекомендовать. И ваши клиенты вообще забудут о существовании ваших конкурентов, потому что они будут хотеть работать только с вами. Как это сделать, я вам с удовольствием расскажу. И я поделюсь всеми теми знаниями, опытом, навыками, умениями, которые я обрел в своей жизни сам и с успехом применяю, работая с клиентами по всему миру на 4 континентах. И надеюсь на очень скорую встречу с вами на программе «Как продавать, не продавая». С вами был ваш Николай Латанский из Дубая, из Объединенных Арабских Эмиратов. И пока!